Сергея Викторовича совещание. Я прошу прощения, у Сергея Викторовича совещание. Вы слышите меня? Сергей Викторович. Ничего, ничего. Вот этот сюрприз. Чем обязан? И тебе доброе утро. Отлично выглядишь. А ты что, не с той ноги встал? И ноги тебе мои не нравятся. По-моему, ничего. На звонки ты не отвечаешь. Хочешь шоу устроить? Я думаю, сегодня не надо. У меня мало времени. Я ненадолго. Вы, сударь, изволите любить другую? Ну, поясничать тебе никогда не шло. Ну что вы, я не для того. Но раз уж мы все понюхали цветок правды, я больше не могу молчать. Я беременна, Сережа. Прости, я не понял. А что ты не понял? Я беременна. Интересная реакция. Ты что, серьезно меня считаешь таким идиотом? Ну что ты? Это еще мягко сказано. Ой, Господи, ей-богу, думал ты потоньше. Так примитивно. Она беременна, пытается его удержать. Господи, были до опера. Не-не, не старайся, Сереж. Это так, для информации. Это не твой ребенок. Лихо. А чей? Человека, которого я люблю. Я просто не успела тебе рассказать. Ты же первый начал. В общем, я подаю на развод. Да. Так. Насчет ребенка, это правда? Такими вещами не шутят. А от кого он? Чей ребенок? Кофе? Давайте чуть попозже. Да. Давайте. Хорошо, хорошо. Сережа, не ори. Я прекрасно знаю тебя и твою пассию. Так что мы квиты. Чей ребенок? Я же не спрашиваю тебя, кто твоя фифа. Не смей. Не смей. Обиделся. Ну, прости. Я наняла адвоката, и он тебе позвонит. Даже не думай, я не дам тебе развод. Чужого ребеночка будешь растить. Сергей Викторович сегодня просто зверь. Ничего не подписал. Привет. Что-то не так? Я испачкалась? Нет, нет, ты прекрасно выглядишь. Как дома? Хорошо. Ты ничего не хочешь мне сказать? Оль, если тебе нужно поговорить... Не очень. Выпуск сверстала? Ну, как хочешь. Фу ты, ну ты. И тебе доброго. Неужто у родственников ночевала? Не успела заехать домой переодеться в свое? Тончайший юмор. Прям как паутинка. Потише. Ну-ну. Подводки. Я вот посмотрел такое кино и задумался, а правильно ли я живу? Не сбиты ли у меня жизненные принципы? Не сбиты ли у меня прицелы?
Нет, конечно, есть такое кино, что приходишь в кинотеатр, посмотрел, поржал. Взрывы, экшен, трах, бабах. Но вот потом ты выходишь из кинотеатра и задаешь себе такой вопрос. А зачем? Выбери сам, тигренок, выбери сам. Ты не обиделась? Нет, нет. А вдруг тебе не понравится? Мне все понравится. Но нужно же помочь Оле. Наташенька, помнишь, в нашем детстве были такие трансформаторные будки? Угу. На них еще надпись была. Не влезай, убьет. Я не влезала. А я влез. Витька. Да ничего страшного, я пару лет немножко заикался, но, как видишь, жив. Слушай, ну при чем же здесь будка? А при том, что чужая семья это и есть, это самая будка. Угу. С надписью «Не влезай, убьет». Мы потом еще виноваты будем. Витечка, ну она же такая красивая. Она же умная такая. А он? Тигренок. Что за праздник? Ой, а у нас гость, барышня из Парижа. А вы уверены, что как следует осмотрели место происшествия? Возможно, призрак оставил следы вполне земного происхождения? Вы что-нибудь слышали о дактилоскопии? Французишки ваши придумали. Что это за место? Здесь собираются самые опасные преступные элементы. Порядочная барышня в такой вертеп не сунет. Да и не всякая непорядочная тоже. Вы думаете, если из Парижа, то вам все дозволено? В остроте ума вам не откажешь. Убийцу нужно взять с поличным. Я подаю прошение в Министерство внутренних дел с просьбой занять место судебного следователя. В твоем возрасте надо интересоваться другим, семьей, детьми. Ждите клиентов. Я никогда не верил в виновность твоего отца. Знаешь, что он сказал на суде? Что нашел твою мать уже мертвой. И сам вытащил нож у нее из груди. Вы сегодня в образе Жанны д'Арк. А вы, я так понимаю, только из Африки? Что делать? Любовь не знает границы континентов. Как Отелло? Бдит. Олег. Умолкаю. Но если это так подогревает ваши отношения, то я готов еще раз пообедать и побоксировать. Правда, правда. Эмма. Очень мило, спасибо. Но не надо. Если вы сейчас не войдете в клетку к пантере, мы не выйдем в эфир. Кто там? Судьба. Ты пришла? Я подумала. Почему же? Очень рад. А что это за запах? Какой запах? Серж. Что такое? Боже, так же нельзя делать. Ну ничего, я теперь всегда буду с тобой. Всегда. Свет включить? Я же не люблю света. Какой? Никакой. Ты же знаешь. А? Иди сюда.
представляешь? К нам на реставрацию привезли Шагала. Он висел просто в прихожей. Они думали, что это копия. Серж, ты любишь Шагала? Очень. Особенно его картину с танцующими красными человечками. Танец Матисса. Серж, что может быть более разным, чем Матисс и Шагал? Ну, прости, я экономист. Иди сюда. Серж, что ты делаешь? Это что? Телевизор включу. Ну-ка, дай сюда. Но канал «Культура». Как мы не заметили этот ящик? Прости, дом сдавался. Хозяева, видимо, тоже необразованные. А что это? Это я. Ты что, голоден? Ну что ты, нет? Все, что попадает в желудок в это время суток, крайне неполезно и отягощает его. Давай спать. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Что это? Это музыка, Серж. Она расслабляет, гармонизирует душу и тело. Доброе утро. Кофе принеси. Милый, чем ты так страшно занят, что не можешь говорить? Я понимаю, новая жизнь может испугать. Ты можешь быть спокоен. Тебе не придется больше тяготиться бытом. Вся эта рутина для обывателей, не для нас. Нас ждет увлекательное путешествие по самым потаенным уголкам душ. Взаимное самопознание и рост. Мы будем дополнять друг друга. Мы станем одним идеальным существом.
одно движение кисти, и вся жизнь перед глазами. О, Боже, Боже мой. Набираю 02. Вы знаете, который час, господин домушник? Простите, а вы кто? А я в такое время не знакомлюсь. Секунду, подождите. У меня здесь жена должна быть. Жена и двое детей. Мальчик и девочка. Слышите меня? Еще неделю назад были. В полиции разберутся. Это моя квартира. Все. Подожди. Шапокляк, это ты, что ли? Ты что там делаешь? А Ольга где? Она замки сменила. Вы уйдете? Детей разбудите. Как, дети дома? Ева, Костя! Ну ты посмотри, пьяную, что открой! Ли? Открой! Нету ее. Открой! Уехала. Как уехала? К нему, что ли? Хорошо. Я еще вернусь. Я еще с понятыми вернусь. Ты поняла меня? Два сапога пара. Орленок учится летать. Это тебе. Боже, цветы. Как банально. Но все равно очень мило. Спасибо. Поставь их куда-нибудь, они же живые. Это уберешь. Сейчас. А где ты был? На работе. Не опускайся, должи. Я чувствую тебя, а ты меня. Представляешь, она, оказывается, не ночует дома. Ты был у нее. Боже, какое мещанство. Нет, но ты неправильно все поняла. Я просто хотел навести детей. Как это мелодраматично. Я не думала, что ты склонен к сантиментам. Отправиться ночью к чужой женщине, чтобы навестить детей. Ну, почему к чужой? Ну, вернее, мы же еще не в разводе. Детей я очень люблю, ты же знаешь. Мы же собирались смотреть Джармуша. А, я знаю. Мне иногда кажется, что ты меня совсем не понимаешь. Ну, как ты можешь так говорить? Что ты? Иди ко мне. Оставь меня. Варя, тебя Сан Саныч искал. Угу. Да? Да.
Уже иду. Очень хорошо. Варен в старой студии. Там. Ау! Сан Саныч! Вы решили поиграть, да? Но мне же эфир скоро! Ау! Сан Саныч! Ау! Ну давайте позже поиграем! Вы заперли меня! А, значит, так-то, да? Угу, давай-давай. О! Моргнул! Ты видел? Ага. Он первый моргнул. Я думаю, а? О реинкарнации у вас с ним одно лицо. Ты бы лучше о рейтингах думал. А что, у меня с ним все ок? Ты имей в виду, что ты часть нашей дикой природы. И если нас закроют, чертовой бабушки, то конец твоим брачным играм. А что? Что? А вот, 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 вот. Что это? Это эфир? Подводки где? Аппаратный номер! Аппаратный номер! Норова! Вы что, там обурили, что ли? Сан Саныч, там Варвара пропала. Что? Исчезла. Оставила телефон, куда ты вышла. Мы не можем ее найти. Убью! А что вы на меня кричите? Я что, нянька ей, что ли? Если мы сорвем эфир, нас вообще закроют. Рекламу дать? А? Что вы на меня смотрите? Ну, давайте я вместо нее сяду. Давайте. Почитаю текст, подводки там. Нормально выгляжу, а? Нормально? Сан Саныч... А? Да нет, я не могу. У меня полный завал на работе. Часа через два минимум. Да, все, хорошо. Держись. Целую. Ничего страшного. Шикарно выглядишь. Все, настройся. У тебя все получится. Так, ребят, поживее, давайте 5 минут до эфира. Все будет хорошо. Идем. Все будет хорошо. Кто здесь? О, путники, что нужно вам в мрачной стране Аида? Как здорово! Вы сегодня Херон, да? Харон, о смертная! Заходи давай. Ну так кто же вас привез в преисподнюю так рано, а? Оп! Ну что, и снова здрасте. Детей используем, да? Опа-па. Нехорошо. Аккуратно. Куда? Что вам нужно, гражданин? Идем. Давай, давай. Идем гулять. Я устала, Костя. Мне нужна моя жена. А то на телефонные звонки она не отвечает, дома не ночует. Квартиру детей оставил на сумасшедшую. Беспокойно, знаете ли. Немножко. А теперь насчет колес. Вот чего не прощу, так не прощу. Это зачем нужно было прокалывать мне колеса? Спокойно, медленно опускаем руки. Ладно. Не двигайся. Да спокойно же. Опускаем руки. Опускаем. И делаем шажок назад. Ну, чуть-чуть левее, левее. Еще, еще. Раз, два. Вот так. Вот так. Молодец. Баба-яга! Ты зачем дверь закрыла? Открой! Открой! Что за праздник? Ой, а у нас гость, барышня из Парижа. А вы уверены, что как следует осмотрели место происшествия? Возможно, призрак оставил следы вполне земного происхождения? Вы что-нибудь слышали о дактилоскопии? Французишки ваши придумали. Что это за место? Здесь собираются самые опасные преступные элементы.
Порядочная барышня в такой вертеп не сунет. Да и не всякая непорядочная тоже. Вы думаете, если из Парижа, то вам все дозволено? В остроте ума вам не откажешь. Убийцу нужно взять с поличным. Я подаю прошение в Министерство внутренних дел с просьбой занять место судебного следователя. В твоем возрасте надо интересоваться другим, семьей, детьми. Ждите клиентов. Я никогда не верил в виновность твоего отца. Знаешь, что он сказал на суде? Что нашел твою мать уже мертвой. И сам вытащил нож у нее из груди. Поехали. Добрый день. Сегодня с вами я, Ольга Норова. И самые последние новости нашей планеты. Коротко о главном. Вы там еще? Что вы там делаете? Хоть расскажите. Читаю. Поэзию. Серебряный век. Хотите, я вам почитаю северянина? Я северянина не люблю. Я Фету люблю. Ну, что я вам сделал, а? Ну, Бога ради. Видите ли, Серж, я живу в этом доме 25 лет. И ни с кем из соседей не общалась, да боже упаси. А потом приехали сюда вы. И я уже знала, когда у Костика выпал первый зуб, когда Ева начала ползать, когда она пошла. Я знала, какие фильмы вы смотрите. Я слышала, как вы ругаетесь, ссоритесь, и какие гости к вам ходят. Послушивали? Потом мне пришлось завести собаку. Дети ваши выросли и стали громко включать музыку, танцевать, стучать, воду не выключать. Ну и я освоила игру на батареях и познакомилась с участковым. Самое ужасное, Сережа, что я привыкла и привязалась. Поэтому шины прокололи. Да это не я, Сережа. Ну, клянусь вам, это не я. Лёнь, стой. Ну? Там прибилось что-то в старой студии. Воет, послушай. Да, может, дворняк забежал, вот и воет. Ничего. Что делать? Открыть? Мало ли что. Да скажи охраннику, пусть разбирается. Чё ты? А ну замолчи там, слышь? Слышь? Скулит, что ли? Ну, стой. С тебя, Магарыч. Ты прав, но подождем рейтингов. Но это было хорошо. Не хорошо, отлично. Что? Ого. Ну, держись. Ты просто гад. Ты подлец. Ты просто гнусный предатель. Он убрал меня с дороги, чтобы быть с ней. Росомаха может преследовать своего обидчика сотни километров. Беги. Ага. А ну-ка, стой! Да брось! Ушел? От меня? Шутишь? Держи. Выходи, амнистия.
Устроили из кладовки склад. Ну, извини. Не успели разобрать к твоему приходу. Ты зачем замок поменяла? Сломался. А ты сама не сломалась? Эту с детьми оставлять? Ее зовут Полина. О, как. Дети ее очень любят. Да, насчет детей. Что? Хочешь их забрать? Заберу. Пожалуйста. Привет, мам! Солнышко. Милая моя. Мы покушали. И мы идем делать уроки. А насчет рыбалки мы же договорились, правильно? Значит, тихо. Беременна? 6 недель. Ясно. Это все? Все. Детей сегодня заберешь? Сегодня не могу. Я позвоню. Ну, тогда иди. Едой пахнет. Тебя же там ждут дома. Зря ты так. Добрый вечер. Мне нужна машина. До бульвара. Только мне нужна машина очень быстро. Плачу двойной тариф. Выбегаю. Давай. Поешь по дороге. И Отелло своего покорми. Ни за что. Паучихи. Самые жестокие из членистоногих. Одна на всю жизнь. Это про них. Это они после спаривания убивают своих беззащитных партнеров. Все мы слышали эти леденящие кровь истории, но это неправда. Вернее, это не вся правда. 40% паучих вообще не убивают своих пауков. Оказывается, паучиха убивает своего партнера вовсе не из ненависти. Она убивает его, потому что она просто голодна. Поэтому догадливые пауки приходит к своим паучихам с презентом, насекомым, пойманным и красиво запакованным в кокон. О, Господи! Мы должны были встретиться в театре. Я даже унизилась до звонка. Но ты не соизволил мне ответить. Да. Прости меня. Не надо. Не унижайся больше. Я не хочу знать, где ты был. Но у меня было совещание. Мне абсолютно все равно. Балет был прекрасен. Я на секундочку. Телефон. Ты меня что, проверяешь? А надо? Я думала, что нам нечего скрывать друг от друга. Может быть, я ошибалась? Здравствуйте, сегодня с вами я, Ольга Норова. И самые последние новости нашей планеты. В Лучинске появилась необычная кошка-путешественница. Очень стойкая кошка. Она провела весь день на крыше маршрутки. Как она туда попала, неизвестно, но в конце концов беднягу заметили неравнодушные водители. Дети, сюда скорее! Безбилетницу приютил у себя дома хозяин и назвал классику. Он сообщил дикой природе, что Мася чувствует себя хорошо и с удовольствием кушает рыбку. А!
Ау! Ай! Да ну хватит! А теперь новости из Индии. 50 лет в рабстве... Какая вульгарная особа. Жестокий хозяин держал... Где они только таких берут? Избивал, морил голодом и заставлял работать на улице... Она очень даже ничего. Индийские защитники животных прекратили... Боже, какие страсти! Не могу! Переключи! Василек! Ба, дай ты смотри! Я сказала... Ну, ба! Ну, пожалуйста! Еще 7 минут и на ужин. Хорошо. После стольких лет заплакал. А новостей на сегодня больше нет. С вами была Ольга Норова. Да. Привет. Привет. Я тебя сегодня в эфире видел. Очень красивая. Очень круто. Бомба. Слушай, я знаешь, чего хотел спросить? Не о чем. Насчет ребенка. Ты помнишь? Да, у нас. Но один раз-то был у нас. Ты уверена, что он не от меня? Уверена. Не, ну так, ну может чисто теоретически. Нет, Сереженька. Дети рождаются. Не от этого, а от любви. Знаешь, кто ты? Кто? Дура. Итак, дорогие друзья, мы с вами находимся в жарких джунглях. И прибыли мы сюда, чтобы понаблюдать за брачными играми этих гордых птиц. А это, я вам скажу, впечатляет воображение. Все начинается с самки, которая презентует себя понравившемуся самцу. Она испражняется перед ним. Он отвечает ей взаимностью. Потом они вместе клюют пищу, как будто бы регистрируют отношения. После этого самец бьет крыльями, поднимая тучу пыли. Кричит. Это совершенно не означает, что он хочет выпить. Нет. После этого они долго трутся. Не снимай! Не снимай, я тебе говорю! Убери это все! Поздравляю с дебютом. Это было чудесно. Спасибо. Поздравляем. Прекрасный эфир. Поздравляем. Спасибо, я рада. Здравствуйте. Вы понимаете, вам через полгода все равно нужно искать... Ничего подобного. Никуда ты от меня не уйдешь. С такими цифрами не отдам. Отведешь, поедешь на выходные, родишь, ага. Ну а потом опять в эфир. Эка невидаль. А воспитывать кто будет? Вы? Да с такими рейтингами я сам за тебя рожу. Ловко ты все спланировала, да? Варя? Прям респект. Варюшенька. Не волнуйся, это разовая акция. Да, конечно. Трофей видела? Варенька, очень хорошо, что ты здесь. У меня для тебя замечательное предложение. Норова свободна. Пустите меня к ней. Ты куда пошла? О, Олег. Олег, у меня для вас, Варя, замечательное предложение. Вам очень идет. Варенька? Правда. Олег? Понаехали.
Я пойду мусор выкину, ладно? Я в астрал не могу выходить, когда ведро полное. Я быстро. Музыка играет. Послушай, я вот что хотел тебе сказать. Давай я завтра к вам пораньше заеду. Махнем все вместе куда-нибудь. Я же детям обещал. Ну, там воздухом подышим. И ты поедешь. Тебе же полезно. Я ничего. Нормально. А ты как? Хорошо. Спокойной ночи. Больше не буду. Готово? Готово! А я готов. Поехали! Поехали! Здесь моя королева. Вставай, замерзнешь. Ну что, может, на сегодня хватит? Не-не-не, два один. Давай, побежали. Нет, не хватит. Еще, а где мама? Еще. Побежали, побежали. Пап, ну хватит уже, поехали. Да, действительно хватит. Моя королева. Поехали, взрослые против детей. Если ты малявка, ну нет, ну ребята. Ну что, готовы? Всегда готовы! Все, поехали! Ты его любишь? Не знаю. Слов не могу подобрать, как-то все это странно. Я не помню, я где-то читал или, может, видел. Есть в океане такой кит, который общается с другими китами, только на другой частоте. Его никто не слышит. Вот так плавает один. Наверное, дефект. Ну да, ну да. Папа! Едем! Едьте сюда! Мне сначала казалось, что я и есть такой кит. А потом подумал, что я не хочу. Я не такой, как он. Пап! Ты чего? Ну, папа! Я соскучился. Не надо. Мне все время кажется, что это мой ребенок. С чего ты взял? Ну, не только женщины чувствуют. Мужчины тоже. Скажи только слово. Нормально. Ну, ответь же. Что ты делаешь? Я же просил тебя сюда не звонить. Я с детьми. Ты что такое говоришь? Подожди. Ничего не делай. Я приеду. Что за праздник? Ой, а у нас гость, барышня из Парижа. А вы уверены, что как следует осмотрели место происшествия? Возможно, призрак оставил следы вполне земного происхождения? Вы что-нибудь слышали о дактилоскопии?
к французишке ваши придумали. Что это за место? Здесь собираются самые опасные преступные элементы. Порядочная барышня в такой вертеп не сунет. Да и не всякая непорядочная тоже. Что вы думаете, если из Парижа, то вам все дозволено? В остроте ума вам не откажешь. Убийцу нужно взять с поличным. Я подаю прошение в Министерство внутренних дел с просьбой занять место судебного следователя. В твоем возрасте надо интересоваться другим, семьей, детьми. Ждите клиентов. Я никогда не верил в виновность твоего отца. Знаешь, что он сказал на суде? Что нашел твою мать уже мертвой. И сам вытащил нож у нее из груди. Когда ты перестанешь надо мной издеваться? Не драматизируй, пожалуйста. Скажи, что такого случилось за эти полдня? Дорогая, что это за мысли? Что это вообще значит? Уйдем вместе. Не кричи, на нас все смотрят. Да мне плевать! Я просто хотела сказать, чтобы мы ушли с сайта знакомств. Вместе, одновременно. Как мне это все надоело. На что ты намекаешь? Я не намекаю, я все имею в виду. Я не могу так больше. Чего ты не можешь? Я же и так не могу. Ты сама понимаешь, во что ты мою жизнь превратила? Я домой хочу. Бедный мальчик, ты потерялся. Зачем я тебе такой нужен? Ну, правда, я неудовлетворенный. Я ничего не понимаю в балете. Я не понимаю в абстрактной музыке. Я в экспериментализме, я вообще ноль. Постмодернизм. Вот именно, да. Я это все ненавижу, понимаешь? Ну вот посмотри на меня. Я абсолютно простой человек. Совершенно непригодный. Если на то уже пошло, мы никогда вместе с тобой не достигали дзен. Да, я симулировал. Я виноват. Я кругом виноват. Я просто без нее не могу. Для меня это больше, чем достаточно. Поцелуй меня на прощание. Ты меня отпускаешь? Я жду. Мам, па, ну хватит позориться. А ну иди отсюда. Костя, где Ева? Не знаю. А ты откуда? Сереж, ты совсем у меня куку, что ли? Сережа, спокойно. Тихо. Спокойно. Тихо. На. А где Эмма? Это же я. Это я. Это я. А ты? Я здесь. А там в ресторане в 12? Тоже я. А в гостинице? Да тоже я. А дома? Что дома? Дома. Это все. Да тоже я. Ты выйдешь за меня? Сережа.
Мы же женаты. Так подожди, это я от тебя к тебе ушел? Ребенок. Что? Тихо. А? Ребенок от кого? Ну как от кого, Сереж? Мой. Тихо. Мой. Мой. У нас будет трое! Что? Спина. Тихо. Ты не шевелись только, ладно? Не шевелись. Давай. Облокачивайся на меня. Вставай. Я тебя держу. Давай. Чего там смеетесь? Вот будет вам 40 лет, посмеетесь. Ты что, ногу подвернул? Ты прям ты как меня нахал. Не бросишь? Куда? С тремя-то детьми. Так, давай. Мам, я не устала. Осторожно. Я вообще не устала. Так, я всех держу. Внимание! Вы становитесь свидетелями уникальнейшего явления. Ученые с помощью радара вычислили траекторию движения кита-одиночки. И сейчас его ждет потрясающая встреча. Я сейчас нахожусь за 10 миль от Олега на втором корабле. И мы следуем за нашей одинокой китихой, сигналы которой нам все-таки удалось настроить на нашего кита-одиночку. И кажется, наши киты все-таки услышали друг друга. Сейчас, в прямом эфире, наши киты встретятся. Не переключайтесь. Спасибо.